Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан Отец и Хаммер Сэм. И мы, благодаря ребятам, спасибо, накидали нам кейсов и оружие и так далее. Ну что, как и обещали, по 5 кейсов мы будем открывать, хотя нам побольше кинули, это не страшно. Вот, но все-таки мы будем понемножку. Спасибо, ребят. Да. Ну, я думаю, раз в неделю по 5 кейсов тогда будет получаться, вот. И вы, скорее всего, может быть, смотрели, может, нет, смотря, когда серии будут выходить. Мы два раза сыграли соревновательный режим. Будет 4 серии на этой неделе. Что-то вы уже, может, посмотрели, что-то еще посмотрите. Там мы выиграли первую серию более-менее как-то просто. Ну, не серия, а первую игру более просто, вторую там было тяжело. Всем спасибо, кто с нами играл, ребята, мы там, было эпично. Посмотрите, кто не смотрел. Очень интересно получилось. И нам выпал вот кейс из нового, значит, операции. Вначале хотели бы продать за 200 рублей, а теперь оно, во-первых, не 200, стоит, а 80, но решили все-таки не продавать. А Хаммер сказал, здесь вот такое красивое оружие, как вы видите. И выпало мне, значит, оружие, Хаммеру кейс, потом во второй игре что-то еще, но я уже забыл. Тебе оружие выпало. Да, и плюс мы потом вышли, и нам ребята накидали оружие и кейс. Вот, может быть, будет и контракт, я не знаю, посмотрим на контракт, если хватит. Ну, мы можем сейчас не успеть снять просто контракт, потому что Хаммера сейчас забирают, поэтому... Может быть, только открытие кейсов, а контракт, может, мы снимем потом с ним. Главное, чтобы было что снимать. Вот, просто его забирают, и мы снимем вместе. В общем, на следующей неделе, может быть, снимем контракт. Оружия хватает, причем даже два контракта, может быть, синий и фиолетовый будет. Так, купить ключик один, покупаем ключик для нового, новой этой операции. Для новой этой операции. Так, у нас нормально там? Да, нормально, со звуком. Может, надо было заранее купить ключики просто. Ключики заранее? Ну да. А сейчас уже ничего не сделать. Теперь... На другую страницу. То есть один купили, теперь... Ну давай хром, они как-то интереснее, да? Да. Раз, два, три, давай 4, каждого 5. По один. Каждого по одному? А хватит один, два, три. Нет, придется чего-нибудь два. Два и два хрома, и один такой, да? Да. Здесь вот азимов. Да, азимов. А здесь азимов. Нету. А здесь есть, ну другой. А может, здесь нету азимов. Два какие-то феникса? Четыре феникса, где азимов? Нет, два феникса. Два феникса? Вообще. Еще? Че еще? Один хрома и один прорыв. Ну давай. Давай. Два феникса. Два феникса. Так, купить. Два феникса. Вот. Два феникса, один. Хром, один хром. Один хром. Так. И один прорыв. Щелкунчик. Один прорыв. Тут может вы Сайрис, который стоит 2000. Да. Да. Так, ну ты. Круто. И я открываю. Ну, подожди, раз, два, три. А где еще? А, он с той стороны, да. У нас 4. Да, давай я. Давай ты, на тебе детская мышку. Детская лодка, удача. Удача, да. Нам один тогда не повезло. Так, давай откроем, вот это оставим на потом. Ну, вот это на потом, да, ну, откроем, давай. Откроем прорыв, значит. Нет, хром. Ну, или... давай хром. Да. Хром или прорыв, давай. Так. Так, что, ну, и... Выпасть? Ну, ладно, давай. Ну, не знаю, ну, все время хочется красные вещи, ну, и желтые, естественно. Шадам! Шадам, красный, желтый, красная, красная пролетела, красная пролетела, красная пролетела, красная пролетела, а желтая не пролетела. Ну, а желтого нет. Блокеров, ну, и... Ну, у нас уже, считай, контракт синих уже будет. Да. Но это мы сегодня не снимем, потому что Хаммера, как я говорю, забирают. Давай прорыв. Давай прорыв. Так, вот этот. Кейс. И... Сайрекс! Был красный, фиолетовый, красный, красный. Малиновое. Да. Нет.
сегодня нам выпал Нигер. Да. Ну, мы контракт снимем не сегодня, но вы увидите, может быть, в этот же день. Мы посмотрим, давай, как получится. Кейс. Так, ну и сейчас, конечно, Азимов выпадет, в общем. Ну, то есть, естественно, не, в прошлый раз подъезжал. Не, ну, в принципе, два Азимова выпадет, то есть, в этом кейсе и в следующем. Ну, да. А зачем нам два Азимова? Как бы, продадим один. Один продадим, один будем играть. Вот Азимов. О, фиолетовый. Пучка! Почва! Это обман. Это обманка? Ну что ты... Там был этот фиолетовый. Азимов там был. Там, недалеко. Ну, было фиолетовое. Азимов. Ультрафиолет. Да, все время все синее будет уже. Фиолетовый, красный, фиолетовый, красный, фиолетовый, красный, фиолетовый. Мы неудачники. Не говори так никогда. Слышишь? Ой. Я нажал случайно. Ах, ладно. Надо, чтобы фиолетово нам выпало, чтобы контракт мы сделали. Не, ну мы же синего сделаем, будет фиолетовый. А, ну да, точно, ты же сказал. Да. Так тут что прикольно выглядит. Два контракта уже будет. Да, каждое оружие прикольно выглядит. Два контракта уже будет. Так, полетел... это новый же? Да. Новый с красивыми всякими. А, как красный пролетел. Пролетел красный. Там красный пролетел? Ну, пролетал, да, красный. Так, и что нам выпало вот это? Прямо немного поношенное. Давай не успеем скрафтить тут. Ой, мы... Ну, мы в другой серии это сделаем, но сегодня, наверное, не успеем с тобой снять. Ну, в итоге нам выпало... Мы с тобой это снимем в понедельник. А выпустим в этот же день, в смысле, вот день, когда смотрят ребята открытие кейсов, то, наверное, будет и контрактов. Ну, скорее всего, два, потому что синий и фиолетовый. А потом розовый мы скрафтим из этого. Одну розовую. С фиолетового, розовый. Малиновый. Малиновый. Ну что, давай мне мышку обратно. Пролетело все. Ну, Азимов не пролетел. И не выпал. Ну что, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. И спасибо еще всем, кто кидал кейсы. Да. Вот их сколько. Это на 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Это на 3 недели еще снимать. Говорят, спасибо. Всем пока. Всем пока.